программе. Не далее, наверное, чем на следующей неделе. То есть у нас будет заключенный, к нам приедет представитель зеленого мира города Красноярска, который выращивает специально деревья для вот этих вот. То есть мы же не одни в Красноярском крае, которые, может быть, и рубит, и садит новые деревья. То есть я вам гарантирую, это не будут деревья из-под линии электропередач, с бывших садов или еще откуда-нибудь. Это будут деревья, купленные за бюджетные деньги у производителей, у поставщиков вот этого товара. А почему елки, например? А почему 71 хвойное дерево? 71 хвойное. Тут я пока не готов комментировать. Вы написали сами. Локально смертное решение. Давайте я закончу все-таки свое. Поэтому потом мы можем вам, экологическому совету, показать договор, показать, какие деревья мы будем покупать. И потом мы сравним то, что мы есть договоры, тот перечень, который в этом договоре, и с тем, что мы привезем. И то, что мы посадим. Но ведь надо учитывать, что хвойное дерево, я повторяюсь, для тех, кто, может быть, не услышал. Вам еще пример. Не далее, чем сегодня в 11 часов мы проводим штаб по Ладынина и по Карла Маркса. По Березовой роще и по Карла Маркса. Волевым решением мы приняли решение, администрация, пересогласовать проект и не вырубать 5 больших крупных берез на подковке. То есть они стояли, росли, растут. И пускай дальше растут. Только у нас попали кронированные деревья, которые без кроны, без всего, то есть одни голые эти самые. Вот на наше также заседание заходит житель города. А это что вы там понаоставляли? Вот эти деревья надо взять и вырубить. А если оно завтра упадет? А на мою машину, на моего ребенка? И понимаете, как мне отвечать ему? У него тоже своя позиция есть, и она имеет право быть. Он просит полноценную. Полноценную вырубите. Вот все в проекте есть, и вырубите, к чертовой матери. Ну в проекте вообще 24 дерева. 24. 10 у нас наберется. Ну, 10 деревьев. Я про Карла Маркса. Вы про 24 дерева. Понимаете, то есть каждый свою позицию. Наверное, каждый прав. Во все эти. И я не знаю, что этому человеку ответить. Он, наверное, прав. А не дай бог, оно упадет. И как, и кто за машину или за ребенка это ответит? Подождите, я дальше проведу. Дайте я дальше все-таки закончу свой. Вчера мы наше время потратили не просто так прогуляться по городу Назаров в течение 3 часа. Надо было присутствовать и быть при нас. Но знаете, какие дебаты? Еще похлеще, чем здесь. За каждый куст, за каждое дерево было. За каждую ветку. От ствола. Поэтому не надо огульно говорить.